Всем, ребят, привет! С вами Седой Копатель. Выехали мы в такую вот ужасную погоду. Все лето было сухое, жаркое, дождей не было, все высохло. Мы приехали на одну деревню, не знаю, почему сюда меня тянет. Моросит дождь, погода мерзопакостная. Мы сейчас вот по этому полю скошенному походим. Не знаю, что здесь будет, но идеально скошено. Прямо сейчас посмотрим с Михалычем. Погода, конечно, жуть. Женька должен еще приехать к нам. Надеюсь, сообразит. Так что смотрим, будет что-нибудь интересное, точно. Ребят, первая сегодня находка верховая. И радует то, что это вот она, верховая. Верховая монетка старая. Это у нас пятак, 30-й год. Зачет. С почином, с почином. Михалыч где-то вон там он. Железяку какую-то большую нашел. Ну, железяки тоже хорошо. Так что ладно, пойдет. Итак, ребят, верховые. Ходим, смотрим. Есть находки. Это начало деревни. Здесь как бы не шурфили. Мы сразу изначально встали с Михалычем здесь. Вот очертания на дороге. Видите? Вон там вон сигнал я что-то не нашел. Но вот здесь вот прям на дороге, ребят, черпанул. Черпанул царскую трешку. 1909 год. Класс, класс, зачет. А, черпанул, да, черпанул. Классно, приятная находка. Прямо радует. Здесь деревня выбита, перевыбита. Здесь было найдено, только я знаю, 7 кладов. Вот, ну, начало деревни обычно сразу все уматывают в конец туда, поближе. Вот, так что зачетно. Класс. Ребят, пришлось сходить за камерой. Дождик. Вот. Последняя какая была находка. Вон там у меня трешка. И вот здесь вот, смотрите, был сказочный, божественный сигнал. Но он пропал куда-то. Я продолжал, швырял. И вот смотрите, вот она. Вашему вниманию. Очередная трешка. Какой сохран. 16-й год. Вот это удачка. А мы только с Михалычем начали. Вообще класс. Смотрите. Ай-яй-яй, как говорится. Вот фундамент тоже ковыренный. Я Михалычу говорю, надо вот этот фундамент и еще два там проведать, потому что фундаменты ковыренные, но как бы и не тронуты. Вот зачет. Приятное удовольствие. Погода, конечно, мерзопакостная. Моросит, моросит. Где-то 2 часа обещали сплошной дождь. Надеюсь, ее не будет. Ребят, здесь вот... Так, а что шторки-то не открылись? Ребят, вот здесь вот трешка. Здесь я решил прозванивать все сигналы копать. И получилось, вот смотрите. Двушка. Двушечка ранняя. 28-й год. 28-й, жалко, не 27-й. Пойдет. Пойдет. Итак, ребят, вот здесь у меня трешка была 16-го года царская. Михалыч поднял только что. Смотрите, сделал небольшой закопчик. То есть мы все-таки думаем здесь шурфануть. И смотрите, на полштыке лопаты у Михалыча крупная зеленая монета. Я думал, царь. Но тоже приятные, ребята. 24-й год. Да, Михалыч, приятно такие крупные монеты поднимать? Да. Вообще класс. Будем шурфить здесь? Раз здесь на полштыке лопаты, блин, такая крупная медь. Угу. Надо щупом, Михалыч, протыкать, насколько глубоко. Потому что я помню, где-то есть шурфы, где-то всего на штык. Ну, неплохая, ребята, не коцнутая. Сохранчик будет хороший. Видишь, Михалыч, она прям хорошая. Нету, блядь, не затертый, ничего. Зачетная. Своих денег стоить будет точно. Смотрите, видите? Язв нету, дырок никаких. Пойдет. С почином. Так что погнали. Михалыч в деле. Понятно. Ребят, я монетку отыскал. Монетку брал, думал, какая-то чего-то.
Но это оказалось у нас интересно тем, что это Александр II, 1858 года, копеечка. Ну, как вот без этого, да? Я ее засадил. И вот когда хотел заснять, положил вот так вот на камушек, краем взгляда, смотрите, еще что нашел. Крестик. Крестик. Тоненький. Хрупенький, как он только уцелел такой. Ну, уцелел не весь. Ушко отвалилось. У нас скоро Женька приедет. Говорит, уже в дороге. Едет, едет. Но мы монеты бьем. Бьем монеты. Есть они. Оттуда я убежал вот сюда, вот там, потому что вот этот валун, такой здоровый камень. Михалыч говорит, это, наверное, другая комната. И там что-то, знаете, голячок. У Михалыча здесь монетки сыпятся, в принципе. И у меня вот из этой ямки выпали вот такие две красотки. Ну, давайте в прямом эфире, там что-то у Михалыча. Вон она! Ух ты! А, это колечко. Зараза. Колечко, ребята. Стояла боком, думала, монета. Ну, есть, очень приятно, когда идет какая-то сопутка. Сигналы есть, и это радует. А то иногда бывает шурфы в час по чайной ложке, и нифига ничего нет. Прям иногда думаешь, у меня нету, ну пусть хоть у комрада рядом с соседним будет находка. Хоть какой-то позитивчик, какой-то адреналинчик поднимается, и хочется продолжать копать, копать, копать. Блин, опять дождь заморозил. Ёшкин кот. Сейчас, наверное, опять в машину бежать. У нас целые почти двое суток лили дожди. А смотрите, фундамент сухой, абсолютно сухой. Пузырьки лезут. Стекло, в принципе, красивое. На, Михалыч, своё колечко. Мало ли что. Пузырьки, ребята, идут. Я вот кое-какие экземпляры бросаю в сторону. Вот они, царские такие пузыречки. Вот такой вот с надписью. Надпись имеется. Мрана. Мрана какая-то. Вот. Такой был ножичек. Добротный. Такой, знаете, не гнилой. Вообще классный. Фу, надо было теплее одеваться, как говорила жена. Ребят, моросит дождик, мы спрятались и будем ждать. Погода, конечно, вот такая вот, печальная. Ну ладно, мы ждем, в принципе. Просветы виднеются, да? Видите просветы? Я думаю, шурфы мы будем продолжать. И находки будут радовать и нас, и вас. Ребят, Михалычу, вон там копает. Ладно, помог мне немножко. Михалыч, что там показывай в камне? Идем, идем, идем. Давай, откапывай. Звонко, царь. Медь, наверное, стопудово. О, да, вот он, ребят, смотрите какой. О, ну-ка. Ну, что это? Николаевская копейка. Зачет. Вот Михалыч сидит в яме, мокнет, ёшкин кот. А я нет, ребят. Я жду, когда он тот просвет придет. Там у нас вообще жесть, вон там вообще поливает жутко. У нас как бы так вот поливает слегка. Я, наверное, сейчас одену дождевичок. И тоже так, ветер откуда хреначит? Оттуда. Значит, там он хреновина к нам не придет. Зачетно. У Михалыча есть находки. И это радует. Итак, ребята, у нас пополнение. Не просто в монетах. Михалыч там в монетах уже зарылся. Женька приехал. Смотрите, какой он стал молодой. Ёшкин кот, а? Он бороду свою николаевскую сбрил. Он на Николая был здорово похож. Без очков. Как Женька приезжает, у нас сразу стол, поляна. Вот, я чё камеру-то взял? Ребят, очередной нюанс. Наверное, уже монета четвертая.
которая выпадает сама по себе, просто так, вы знаете, прям бум. Причем я копал здесь и что-то начал кидать туда засыпку, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и вот видите, отпечаток остался. Вот эту монетку я уже брал, тер, Михалыч проверил, и это 10 копеек серебро. С почином, товарищи! Ура! 10 копеек серебряные, 20 какой-то год, наверное, 24-й. Вот, Михалыч таскает отсюда монеты. Че? О, с орлом было. С орлом, да. С орлом. Вот, так что монетки идут. Мы немножко тут это делаем нехорошие вещи. Видите, дорога, ребята. И мы немножко дорогу, ребята, в целях спасения находок, которые здесь сгниют, мы пытаемся найти. Так что постараемся потом привести все в порядок. Вон, горлышко, старое горлышко, блин, смотрите, какое закругленное. Бутылочки лезут, стекло лезет. Совет, в прямом эфире, ребят, совет. Михалыч, да я найду, Михалыч. А, в руке. Вот она, ребят, в прямом эфире. Очередная. 10 копеек. Очередная 15, двушка. 15. Не, двушка. Две совета. Причем ранние. Ранние прут. Ранние. Еще одну, что ли? Монеты прут. Прям, знаете, дуром. Вот это, видите, там ямка. Трешка царская. Двушка советская. И мы на этом фундаменте остановились. Женек там к столу за встречу зовет. Так что, наверное, пойдем. А Михалыч пускай монеты копает. У него уже куча. Да ладно, это, наверное, царь. 30. Вот он лежит, ёпте. Опять сама выпала. Двушка, ребята, царская. 1912 год. Офигеть. Я бла-бла-бла-бла, Михалыч, три монеты подряд. Ладно, как многие говорят, хорош балаболить, копай давай. Ладно, пойдем сейчас с Женькой за здоровье, за земляного деда. И пойдем копать. Ребят, Михалыч тер. Копейку 24 выпало. О, да, 24. Он надеялся, что я натру 25-й. Но у меня снова визуально, ребята, визуально. Смотрите, вот отпечаток остался. А то подумает, вот подбрасывает ешкин кот. Есть такие злые злыдни. Копейка николаевского образца. А может и Николай, да, Николай, 1914. Вот такая вот копеечка. Зачет, зачет. До этого колечко толстое, обручалку поднял. Ну, так что ладно, такая вот маленькая ямка уже дала. Вот смотрите, маленькая ямка, да? 2 на 2, наверное, глубиной 0,5 метра. И здесь порядка уже 30 монет. У Михалыча около 20. Что, посмотрим, что ли? Да, давайте посмотрим. Я знаю, что среди вас есть любители, которые любят онлайн. Я, если честно, не любитель онлайнов. Но стараемся для вас. А, это вон что. И это была у нас сковородка. Ну ладно. Сковородка тоже хорошо. Че там? Ничего, да? Ладно, идем дальше. Итак, ребят, монета сами просится наружу. А это не монета, Михалыч. Смотри. Я отсюда вижу. Это, наверное, какой-то кулон. Ага. Потому что овальный. Да, вау. Да, ребята, это не монета. Михалыч говорит, монета выпала. Но нет, это не монета. Это образок. К сожалению, при жизни он был затертый. Но факт есть факт. Тоненький образок. Зачет! Вот слепок от него еще остался. Вот видите, какой.
Класс. Продолжаем. Женька там что-то по верхам, как обычно, пытается. Мы тоже с Михалычем как приехали. Верха, 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 верха. В итоге зашурфились. Видишь, он начал пахнуть. Так, 7-6. У Женьки первый сигнал в этом комочке. Ребята, медная проволочка. Вот, ну да, ладно. Поэтому похрюкивала. Ну да. С находками немножко тяжелее стало. Не особо. Но дело идет. Кстати, вот такую бутылочку поднял. Очень толстое горлышко. Нестандартная бутылка. Так что ищем, продолжаем. Ребятоньки, смотрите, чего. У Михалыча там совет, а у меня пятак. Пятак 24-й год. Вот такая вот вкусняха. Год не вижу, но я знаю, что 24-й. Смотрите, какие красивые риски, а. Рисочки красивые, прям старались над пятаком. Смотрите, какие риски, а. Не часто такие красивые, аккуратненькие риски увидишь на монетах и на игровых. И это игровая монета, пятак 24-й год. Ну ладно, как крупная медь, класс. В коллекцию диковинок, конечно, отправится. Пойдет, пойдет. Ну что, ребята, до этого копал. Вот так трава. Сейчас покажу вам. Ебёшь. Игровая трешка, ой, пятачок, и потом еще игровая копейка. Смотрите, какая тоже красивая с этой стороны. А с этой стороны прям заиграли здорово. Я надеюсь, это не 25-й год. Вот. И выпала еще одна монета медная. Медная — это двушка. Двушка — Николаевский образец. Год. Год. Наверное, 1870. Я там тоже, может, вдруг что. 70-й год. Пойдет? Пойдет. Все, жопами толкаемся с Михалычем. Женька ткнулся там. Сопутка лезет, но ни хрена. Что там? Шарик. О, смотрите, какие. Даже, да. Это изюминка, ребят. Изюминка. Фу ты, блядь. Как это называется? Бусинка, ёшкин кот. Изюминка, бусинка. Стеклянная бусинка. Да, стеклянная бусинка. Она была, она прям ровненькая такая. Да, хорошая, красивая в свое время. Ладно. Ну, я хочу сказать, я пока чемпион по крупным медным монетам. Санек у нас, Михалыч, чемпион по количеству. У него, наверное, уже около 20 монет. Вот, но у меня крупняк. Крупняк. Идем, ищем, копаем. Ждем, когда Женька откопает монету.